Всем привет, с вами Доскос, и я иду Дина Дилайт. Я думаю, это как раз тот Дина, который возвышается над Новаком. То есть этот громадный динозавр. Я думаю, других Дина здесь нету. Только маленькие. Так что иду. Иду. Туда, именно туда. Так. Ладно. Пока ночь, можно поискать улики. Наемник. И, видимо, здесь... О, пришли торговцы, отлично. Сейчас что-нибудь куплю. Ну-ка, дай-ка сюда. О, тетка. Так. Гранаты зажигательные, а гранатометов нету. Гильзы, грязная вода, динамит, заколка, лазерный пистолет, к чертям. Осколочное охотничье ружье. Мне это нравится. Хорошо звучит, но у меня мало крышек на такую дрянь. Так, пистолет. Еще один куплю. Так, топливо для огнемета, энергетическая батарея. И это все. Стимулятор. Ладно. Что здесь есть такого? Пистолет, пулемет, арматура. Большой меч, который мне пригодится еще. Гильзы, грязная вода. Давайте продадим ее. Динамиты с длинным запалом. К черту, зачем они мне нужны? С маленьким-то запалом. Еле-еле взрываются. Так. Что еще? Кровь ночного охотника. Кружка. На черта мне кружка. Металлолом. Миниган, который всего десятку стоит. Из-за своего омерзительного состояния. Мотоциклетные очки. Нож. Так, что еще? Сигареты. Псайха нужен. Набор ремонтника. Скафандр нужен. Спок нужен. Так, что здесь еще? Ну и все, в принципе. Получаем 70 крышек. И идем быстрее в этот Дина Дилайт. Нет. А где же Дина Дилайт-то получается? Карта местности. Майкрофорд, дом Макбрайдов. Вот он, Дина Дилайт, холм отеля. Точно. Точно, потому что здесь нету коридоров. Так, это, наверное... Вот это вот, наверное, холм отеля, да. И пока эта тетка Дженни дрыхнет в своей хате, мы поищем улики, как настоящие детективы. Так. Сломанный диван, включим фонарь. Ой, господи, как глаза-то слепит. Патрон. Это один большой шкаф. Так. Кружка. Здесь какой-то скафандр-мен. Сансес испарила. Сувениры. Финансовые расчеты. Запертый сейф. Тирексы. Я не вижу ничего такого, что могло бы навести меня на мысль о том, что как-то связано с похищением. Так, тостер, кружка. Блин, что же здесь может быть такое? Что? Где улики? Надо осмотреть все внимательно. Сломанный диван. Давайте сядем на диван. Нет, ничего не происходит. Давайте сядем на тот диван. У меня паранойя. Тоже ничего не происходит. Так. Попрыгаем на ковре.
Может, он окажется ковром-самолетом. Так. Ни черта. Ни черта. Так. Стулья. Ага. Возможно, здесь какие-нибудь прибамбасы. Нет, нет. И еще раз нет. Вход заколочен. Сейф. Ладно, давайте... Ой, нет. Не загрузить, сохранить. Давайте ломанем сейф тогда. Если там ничего нету, то загрузимся. Договор купли-продажи. Вот оно. Договор купли-продажи. Давайте почитаем. Что же здесь написано? Мы, представители консула, сегодня заключили сделку и приобрели у вот этой вот Кроуфорд, проживающей в независимом городе Новаки, исключительные права на владение и распоряжение рабыней Карлой Бун за 1000 бутылочных крышек и такие же права на ее нерожденное дитя за 500 бутылочных крышек, получение которых настоящим подтверждается. Мы гарантируем, что рабыня и ее отпрыск будут живы и здоровы, служа пожизненно в рабстве. Мы договорились с вышеуказанной Дженни Мэй Кроуфорд, что имеем полное право заключать сделки и продавать вышеуказанную рабыню и ее потомство. Выплата положительных 500, дополнительных 500 бутылочных крышек будет произведена после успешного разрешения от бремени, что гарантируется настоящим документом. Некто М. Скрибоний, Либон, Друс и другие, действующие от лица Лициния Краса, консула Официорума Ап Фомулатус. Легионеры, значит. Сразу видно. Им не скрыть своих договоров. Итак. Итак, вот это поворот. Вот это Кроуфорд, зараза. Продала беременную девушку в рабство. Сволочь такая. Хорошо, что же теперь? Отправь... Так, отправьте того, кто считает... Да. Идем к Кроуфорд. Этой сволочуги. Убьем ее нафиг. Так. Где же она живет? Вот вроде вот здесь вот. Или здесь. По-моему, здесь, да. Так. А ну, вставай, дрянь. Старуха тупая. Зачем тебе понадобилось на старости лет. Okay, 1500 бутылочных крышек. У тебя же мотель, зараза. Продала бы мотель свой долбанный. Какого черта? Ну, ты подписала себе смертный приговор, так как детектив Ара разгадает все загадки и выйдет на след преступника. Ну что ж, ты даже не можешь предположить, куда ты сейчас топаешь. И что же будет после того, как ты придешь на место? Ух, идет на собственный расстрел. Отлично. Вот оно. То, что нужно. Утешение. Я думаю, после этого нам придется спасать жену Буна. Ну и отлично. Это интересно. Вперед, зараза. Вперед. Только вперед. Ну что ж. Сейчас получишь пулю в лоб. Отлично. Наденем берет, который нам дал Бун. Так, берет Буна. Эффектно.
супер эффектно. Так. Снес ей башку. А, ничего не будем у нее брать, к чертовой матери. Нафига нам это надо? У нас есть теперь крутейший берет имени Буна. Ну, он, наверное, заберет у нас его, хотя... Может быть и нет, может оставит нам этот беретик в качестве подарка. Так. Бежим еле-еле. 10 минут, нормально. Надеюсь, места на компе хватит. Открываем дверку. Поднимаемся по лесенке. И с довольной рожей сообщаем ему, что его жена... И ребенок, о котором он, видимо, не знает, живы. I guess I shouldn't be surprised. It'd be like them to keep paperwork. Here. This is all I can give. I think our dealings are done here. No. People die out there. Often enough that no one worries about blame. They're too anxious to forget it happened in the first place, I guess. Besides, I was on break when it happened. I don't know. I won't be staying, I know that. Don't see much point in anything right now, except hunting legionaries. Maybe I'll wander. Like you. Hmm. You don't want to do that. Yeah, that might be true. That's reason enough for me to take you up on it, I suppose. But this isn't gonna end well. Fine. Let's get out of here. Отлично, теперь мой, так сказать, коллега. Так, сохраняй дистанцию. Жди здесь, агрессивнее. Ну и отлично, ладно. Ну вот, неожиданный друг для меня, и теперь мне даже робот-то не нужен особо. Хорошо, ладно, выходим отсюда. Я думаю, что вот на этом интереснейшем моменте можно, кстати, еще зайти к этому, к другу его. И тот его простит, возможно, Варгасу. Бун, Варгас. What's going on, man? Нет, ничего не меняется, даже несмотря на то, что Бун пришел в его хату. Ну ладно, уже 13 минут, я думаю, достаточно. Мы сделали задание, к сожалению, не получили новый уровень, но ничего. Встретимся в следующей серии. На этом данное закончено. Всем спасибо, всем пока.